Мы продолжаем наш разговор о православной книге. И прямо сейчас давайте перенесемся в Екатеринбург. В Миссионерском институте традиционно проходит ежегодная выставка одной книги. Здесь демонстрируется какая-нибудь редкая старинная книга, памятник древнерусской книжности. За это время зрители познакомились с такими памятниками, как «Апостол» первопечатника Ивана Федорова, этому изданию более 400 лет, «Среднешрифтное Евангелие», изданное в анонимной московской типографии приблизительно в 1558-59 годах, «Евангелие Апракос» с вкладной записью архиепископа Новгородского и Псковского Макария, «Острожская Библия» и «Грамматика Малетия Смотрицкого», изданная в 1648 году. Среди представленных раритетов и цветник священноинока Дорофея, памятник древнерусской письменности начала 17 века, представляющий собой сборник произведений, наставляющих христианина на правильную духовную жизнь. Мероприятия фестиваля рассчитаны на все возрастные категории. Вот, например, с книжной новинкой, посвященной христианской святой великомученице Екатерине, в рамках фестиваля знакомятся младшие школьники, учащиеся Свято-Симеоновской православной гимназии Екатеринбурга. Эти неутомимые книголюбые книгачи внимательно прочли детскую сказочную повесть, чтобы сегодня задать свои вопросы автору книги, уральской писательнице Татьяне Горкуновой. Вопросы сыпятся как из рога изобилия. Книжку написали. Почему телескоп считался машиной времени? Как звали священника, к которому пришла Катя? Когда он вернется в будущем, нога будет сломана или как? Вот это вопрос настоящего писателя-фантаста! Такие встречи, по мнению автора Татьяны Владимировны Горкуновой, полезны как читателям, так и автору и без сомнения доставляют радость обеим сторонам. Вы знаете, я сегодня так рада, что книжка нашла такое понимание и такой отклик у маленьких читателей, для которых она, собственно говоря, и создавалась. И вопросы ребят показали их такое глубокое погружение в тему и такой глубокий творческий подход к обдумыванию событий, да, к анализу событий, что меня это очень приятно удивило. Под впечатлением и юные участники, ведь сегодня они не просто демонстрировали свое знание сказочной повести, но вместе с автором рассуждали о подвиге святой Екатерины и узнали секреты появления на свет литературного произведения. Как знать, быть может, кому-то из них суждено стать писателем. Одна из задач фестиваля православной книги – помочь читателю встретиться с книгой, которая откроет перед ним тайны духовной жизни, приобщит к великой русской культуре, познакомит с миром прекрасного. Любовь к чтению и любовь к книге – это важная задача духовно-нравственного воспитания как отдельного христианина, так и в целом всего общества. Этот праздник помогает людям осмыслить значение православной книги, и каждый желающий посетить данное мероприятие обязательно найдет для себя немало интересного, полезного и нового. Пресс-служба Екатеринбургской епархии специально для телеканала «Спас».